Вот продолжаем уже после завтрака работать. 23-е. Пойдем, Соня, Маша. Пойдем. Просят, начинайте посуду мыть с Викой. О, какое тебе ответственное дело дали. Я на нем даже поехать. Сегодня я, ребят, отправился в лес. Вчера сильно переработал, мне было очень тяжело. Думал, помру. Жилы сдулись. Не могу, головокружение, никогда такого не было. На солнце и вдруг околков работали. И необходимо по-другому. Не надо работать, а как не надо? Живешь, поэтому сегодня я выходной как бы взял, поменьше работы. Сейчас пойдем там посмотрим дело. Сейчас покажешь. Будем работать. Так, я забыл сказать. Подожди минуточку маленько, передохнем. Ты побеги сейчас, возьми лопата штыковая, знаешь? Да. Молоток возьми и несколько гвоздей. Бегом туда и обратно. Давай. Помогай. Вот так. Под колеса не попадайте только. Сразу не сказал. Он велосипед-то ведет, нет? Да, ведет. Он даже? Да. Ну вот, хорошо. Даже едет, да, на нем? Сегодня мы подготовим полностью там. Там все заросло. Я остаюсь с тобой, с одним, Кирилл. И мы вдвоем. Хорошие рукавички только, чтобы ты надел. У тебя нет рукавичек-то? Да нет. Ну, надо с хорошими рукавичками, только крапиву брать. А пока крапивы нет, мои рукавички наденешь. Сейчас вывалим, тележку отдадим, пусть они везут. А мы с тобой двое останемся, они девочек повезут, прокатят. Им это интересно? Да. Человеку интересно, беда в этом никакого нет. Ну а почему не сделать? Андрей, не езди, кати. Вот ребенок, не надо на этим строжиться, ребенка, зря. Ему показать рамки, очерчить, вот это можно. Вот у меня было одно время, я купил два велосипеда для лагеря. Показал детям, можно кататься вон до тех березок, но за бугор не скрываться. А один на вышке стоит, смотрит. Почему? Однажды смотрим, а за деревом стоит чужой человек. Ну, один мальчик свернул, деревни-то не было, пониже маленько делать. Вот. Ну и нет, за ним бежать мы скорее нашли. Все больше я ему не даю, он нарушил. У деревенских просить нельзя. Почему? Ты его испортила, направить ты не сможешь. Родители скажут, а мы не договаривались. Поэтому, кто и родители желает привезти велосипед, можно. Но только никому ты не можешь давать кататься. Только один ты. Так, давайте с разгона туда. Ну, толкай. О, здорово у нас получилось. Давай, 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 Ксенишка. Это все на костер пойдет там. Которые стружки подсохнут, а это для дыма от комаров. Нам не хватает одного человека, ребенка. Вот так. Тут еще двумя группами должны подъехать. Раньше дорога была свободна. Один раз поезда к нам сошло сразу 72 человека. Ого. То есть это вот развалили Советский Союз, и теперь все чужие друг другу. Вот тут многое уже. Если что-то далеко валят, почему так? Надо валить это близко там. Только подобрать на костер. Я тут не был, когда вывозили. Я бы не разрешил так далеко. На ту сторону провезем. Я с вами отдохну сегодня. Папа, здесь ветка. Пала, да? Да. Ну, правильно.
Рукава убери. Так. Ну, колец развязывай. Ты молодой парень. Так, уходите отсюда, девочки. Сейчас мы будем сваливать. Вон Кирилл полез, поднись. Он знает его? Да, это. Где? Сейчас. Все, отойди, отойди. Соня, отойди. Это у нас завязано. Вот. Мишка. Развязывайте, помогайте ему. Тут развязывать надо. Видишь как? Чтоб корова будет чесаться, вот, она не может тогда уже взять. А здесь двойные жерди. Почему? Сидеть будут. Это четвертый ярус. Вот они, жерди, как идут. Тут были высокие, и вот так проволока натянута. Мы думали, пруды сделать, рыба будет. И чтобы не только картошка, но рыба была. Но тут был один милиционер, подполковник. Дружинин Геннадий Петрович, он все это дело испортил, изгадил, напугал трактористов, и они уехали, а мы деньги платили за них. Ой, ну-ка давай. А вот если правильно все делать, то видишь, скотина не забрела туда. Вот оно видно даже, что мы делали. Распутываем. Скотина не может зайти, если правильно все сделано. Все? Да. Вот как заросло у нас. Вот поприще какое большое. Что-то я помню, что тут копался какая-то. Прости. Ну-ка маленько дерните. Маленько надо будет дернуть. Все. Так, давай, так. Так, постой. Вот так, еще чуть-чуть. Все. Давай-ка мы вот туда-туда толкнем. Дальше-то куда? Ты, это ветка не завалится. Ты зачем это делаешь? Тогда надо еще подальше. Ветки убрать, чтобы не попало туда. Иначе под ветками... На ветках будет лежать мусорка, и ветки не возьмешь. Давай с той стороны, заходи, Кирилл. Вытрачиваем. Видишь, сколько нагрузили? Гляди. Так, вот это бери. Так, Настя, сверните палатку. Так. Оп. Вот, смотри, сколько. Это за раз привезли. Так, сверните, постой. Выгребай, сворачивай, сворачивай, Ксюша. Вперед. Сворачивайте. Вперед. Только аккуратно, зачем так, как давай. Попало? Как попало, сворачивай. Выгребай, выгребай сюда. Так, вперед. Сейчас палатки положим, и наших девочек повезут. Как невеста выдали. На. Да, дядя Володя, мы свернули палатки. Ну, ну, ну. Кто Маша, кто Софья? Давай сюда, ко мне. Вот Софья, вот Маша. Давай. Вот так руками держись, а попробуй сама залезть на колесо. Вот это. Ну-ну. Опа! Есть! Давай. Получилось. Ну-ка. Тимофей, Игнатий, иди сюда. А можно мне? Можно и тебе, давай. Ой, вот так. Еще двоих. А тебе нельзя, ты фуражку-то все время забываешь. Вот этот зипун снять надо. Вот, залазь. Зипун снимает. Все. Кто хочет, и Тимофей лезет. Ну, ногами, ногами грязными не надо на эту. Я не увезу. Давай. На палатку. Все. Тебя же увезла, а не в другую. Так, становись. А? Ты отвезешь и возьмешь там себе рукавицы. Ладно. Видите? Так, подожди-ка. О, веревочку-то мы оставили тут. Вот туда, но не упадите, держитесь. О, вот. Нестор бежит! А? Нестор бежит! Ну давай, разворачивайтесь, везите. Ноги убери, на колесо положил провокатор. Да уберите ноги, Ксения, завалять. Помогайте. Нестор, бегом, отвезите тележку, и Кирилл один придет туда. Ура! А, тихо. Так, это, сядь вперед, Степа, ты переваливаешь. Вперед немножко. О! Давайте, тихо.
интересно, почему они себе сели? Ты же сильный, крепкий парень. Ты ши. Понятно, что эти маленькие. Ну за что эти? Так, еще больше, нет? Все, давай. Вот так она в чем. Везем женихов и невест. Ну, блин, пока вы-то перевешиваете или что? Мы не лошадь. Как вы, помогите. Я вам не лошадь. Где Володя оператор? Дайте ему я нельзя. Кого вы оперируете? Никого? Его что, нельзя. Да Нестор, вдыхай, что делаешь-то? Я думаю, что мне так тяжело? Вы вниз не давите только телегу. Вперед. Ну давай, Андрей, толкай, толкай. Вот немножко да подталкивай. Не бездельничай. Да. Если что, сейчас до ямы придем, эти два слезут. Вы с разгону сейчас, сразу разгон. На дорогу выезжайте. Давайте кого-нибудь выгоним. Да, давайте выгоним. Знаете, давайте выгоним двух человек. Ага. И Матвей, и Степу. Вы знаете, какие да. Сестры? Да. Так, все, давайте с разгону, бегом. С разгоном. Бегом. Привет. Да дядя. Ну как, Ксюша, дай-ка я возьму за руку. О, наконец-то. Счастливые такие. Прям полегче стало. Ксюша, ты не отставай, помогай тоже. Зайдем на дорогу. Андрей, давай, давай, тоже. Немножко хоть толкай. Пришел, руки свесил. Мы не должны здесь сидеть. Здесь должны только не надо сидеть. Так что скинь четвертое. Так, помогайте, еще Кирилл один с Ксенией толкает. Зато Андрей с Нестором вы будете крепкие, сильные. Пусть они сами себя везут. Чего ты? Послужи для ближнего-то. Чего ты уж такой? Зачем он мне нужен? А нет, для меня зачем так послужит. Нужен? Он все равно мне ничего не делает. Тихо. А ты ради Господа делай. Давайте одного скинем. Да осталось-то что вам? 50 метров тут. Я не буду их вести. Они тоже. Так, давай, давай везем, давай, давай, поехали. Поехали, давай. Давайте я снимать буду. Ленивая, нельзя видеокамеру никому давать. Сломайте, я виноват буду. Почему мне Игнат Тихонович давал то, что все? Ну, тебе давал. Ему можно разрешать, а мне нельзя. Быстрее, давайте, довезем. Давайте они нас будут вести. Нет, еще надо. Дома за это время еще в туалет успеть сходить. Конечно. Переодеться. Давайте они нас будут вдвоем вести. Степа и Тимофея. Да. Вот какой ты станут, Андрей, а. Мы их ведем, и они нас будут. Кричит я сильно, а сам стонет и стонет идет. Ой. Да потом наоборот бы показал, какой ты сильный. Я не хочу их вести. Их не за что вести. Не за что вести. Нам тоже не за что было. А Господь за нас распялся, за наши грехи. Ну, мы-то давай. Этого не заслужим, ничего вообще. Ну а что вы не... Все, вот тут все, здесь посуды, если у нас воды нету. Ну че вы? Не надо. Дай, Володя, все, вот тут остановимся. Мы в тот раз их тут остановимся. Все, выгружайтесь. Больше вести не будем, я так гарантирую. Так, помогайте слазить им. Сами слезут. Ладно, слава богу за все.